Приветствую вас. И первое, что мне хотелось бы сказать, то, что по смыслу, по форме, тот вопрос, который вы задали, относится больше к разделу эзотерики. Там вам, исходя из даты рождения, ответить на вопрос, как вам мужа вернуть. Поскольку вы задали свой вопрос в раздел психологии, то надо сказать, что здесь не занимаются предсказательствами, здесь не занимаются гаданиями. Здесь мы на основе информации, которую вы нам предоставляете, используя научные методы, научные знания, пытаемся помочь решить проблему. Поскольку вы задали свой вопрос именно в раздел психологии, то я пытаюсь ответить на него именно с этой точки зрения. Значит, первое, что вам нужно сделать для того, чтобы вернуть вашего мужчину, это сохранить с ним какие-либо отношения вообще. То есть согласитесь, что для сохранения контакта с мужем нужно, чтобы вы все-таки как-то общались. Если вы сейчас будете на него давить и от чего-то требовать от него, пытаться выяснить отношения и прочее, этим самым вы лишь только его от себя оттолкнете. И это вам делать не стоит. Напротив, внешне вам нужно вести себя так, как будто вы его позицию приняли, то есть сказать «хорошо». Ты ушел, твой выбор, я тебя понимаю, давай хотя бы будем общаться. Именно в процессе общения, при внушении мужчине, что вы от него ничего не ждете, не будете пытаться его вернуть, не будете на него давить, это еще, вы сможете понять, какая же истинная причина того, что он от вас ушел. А параллельно с этим вам очень нужно проанализировать ситуацию, проанализировать вашу совместную с ним жизнь на предмет возможных проблем, которые у вас могли произойти. Эти проблемы вам предстоит самостоятельно проработать, потому что мужчина выбрал путь избегания их. И после того, как вы их проработаете, постараться как-то эти проблемы, точнее, выжимку из них, обсудить с мужчиной. Естественно, не сразу. Естественно, после того, как у вас возникнет доверие на уровне вот таком вот дружеском, да, то есть после того, как он от вас ушел. И, собственно говоря, вот это направление, эти действия и могут вам помочь его вернуть. Ну, а по проблеме можно и нужно сказать так, что для того, чтобы мужчину вернуть, нужно понять, что ему не нравится, что его раздражает, что делать его несчастным. И разбираться эти моменты, эти обстоятельства изменить так, чтобы раздражающие факторы исключить, если вы хотите его именно вернуть. А если у вас это получится сделать, если вы сможете это сделать, и главное, сможете донести до него, что вот вы исправили эти моменты, да, что вы, собственно говоря, услышали его, и показать, что это действительно так, если у вас все это получится, то мужчина, скорее всего, к вам вернется. Тут нужно вам сказать еще отдельно про то, что все-таки нужно быть готовым к тому, что мужчина ушел, потому что действительно перестал что-то чувствовать. Такое может быть вполне. Но если человек сказал, что ушел, вот муж ушел, это не значит, что вы больше не семья. Дело в том, что, во-первых, нужно подать на развод. Нужно, собственно говоря, провести процесс бракоразводный.
И если судье вы скажете, что вы не согласны на расторжение брака, а мужчина скажет, что, допустим, согласен, то тогда вам дадут время на примирение. И время на примирение достаточно большой срок, достаточно серьезный срок. Вы вполне можете успеть за это время найти какие-то общие точки соприкосновения, установить взаимодействие и, собственно, помириться. Поэтому здесь важно разобрать корень проблемы. Почему он ушел? Что могло его сподвигнуть на такой поступок? Что вызвало такое решение? И проанализировать ваши отношения, которые, ну, определенно перестали его удовлетворять. И самое главное, что он не видит другого выхода, кроме как от вас уйти. Вот для начала вам нужно самому понять, почему так произошло, измениться, получить новый опыт, понять его правильно. А потом вы сможете постепенно донести это до своего мужчины, и тогда у вас появится шанс на возвращение его к вам в семью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.